кстати, существует мнение, что главный тот, кто может заставить сдаться, да? Нет. Главный тот, кто может научить заставить сдаться. То есть мои ученики могут меня засабмитить, потому что я эффективно передаю им механики. Если вы учите долго, то вы должны вырастить тех, кто может вас засабмитить. Потому что вы тренируете, а они тренируются. О, ребят, я также хочу сказать спасибо Лёше и Насте, Боже Фрикс, что они пришли. Это прям респект. Они очень клёво поддерживают движуху БЖЖ в России. Ну, собственно, это, наверное, сейчас такой очень, очень живой и крутой паблик. Мне кажется, что для такого количества народа на семинарах тебе нужны уже помощники. Знаешь, вот как Мендесы приезжают, их там втроем, вчетвером ходят, смотрят. Ты знаешь, на самом деле возможно, потому что, например, с Death-Squad'ом так и было. Возможно, я буду брать среди помощников среди ребят, которые занимаются у меня и обладают достаточным опытом. Я стараюсь объяснить те детали, которые опытный соревновательный спортсмен может делать инстинктивно, но не всегда способен объяснить. Чтобы напомнить эту информацию, можно будет обратиться к BJJ Freaks. Они делают информацию качественную, они как бы продают качественную информацию недорого, как корпорация Stratfor.